Всем здравствуйте, ребята, сегодня Шмель с вами, и сегодня мы будем с вами изучать, как же меня любят копатели онлайн, ну вообще, возможно, кто-нибудь меня там узнает, может быть и нет, потому что в последнее время я заметил то, что меня многие чуваки узнают, и это с какой-то стороны хорошо, а с какой-то наоборот, даже меня это пугает. Ладно, поехали. Start things off, this is my brand new original breakdown, coming out very soon on Lookalive Recordings. I will also be featuring tunes from guys such as Chris Bullen, Crunk, Nathan Thompson, and more. Hope you guys enjoy. Чуваки, дайте, пожалуйста, строить. О, здорово, чувак. Дай строить, пожалуйста. Ты не админ. Джефф, дай строить. Нажми тап. Тап. Нажми. Ага, все увидел. Видишь там букву А? Джефф, да-да-да, все увидел. Джефф, дай строить, пожалуйста. Ты первый раз играешь? Да я кроме в Майна больше ни в чё не играл, если честно. А ты какого же сколько играешь в эту фигню? Ну, то есть игру. Много. Нифига себе. 6 лет. А, так вот где можно выйти. А ты сюда донатил? Лёха. Нет еще. Нет еще. Ну, у меня, да, один раз. А на чё донатил-то? О, Джефф, здорово. Как твои дела? Ребята, кто еще сколько играет в эту игру? Я вот. Я раньше в детстве играл, ну где-то там 2 года. Но я тот профиль забросил. У меня там рыцарь смерти был. И где-то 1000 вещей. В Майнкрафте какой скин? В Майнкрафте? Так я вообще ютубер. Ты кого-нибудь из ютубер? И скин типа такой чувак черный, у него ушки, микрофон и наушники, вот. Чувак, я тоже обожаю Майнкрафт, пошли потом со мной. А чё все на меня так уставились? Я не знаю. У меня вот недавно стукнуло 500 подписчиков, вообще клёво. А как у тебя на ютубе ник? Зона 51. Ну так, ведешь там чувака, или просто Шмель можешь на ютубе вести. Не-н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 е. Привет, ребят, как ваши дела? Мы тоже. Ребята, что такое вещь? Можете объяснить? Я просто первый раз играю. Я вам серьезно говорю. Ты что, тоже фанат этого железного человека? Ребята, кто тут админ из вас? Клёво. А ты знаешь, что такое I love you? Красавчик. Вот если честно, я кроме Майнкрафта больше вообще ни в чём не играл до этого. Только сегодня друг посоветовал, чувак, ну зайди ты сюда. Я такой, ну ладно, зайду. И зашел сюда. Я тоже Майнкрафт играю на этом, на HMC какой-то там сервер. С лицухи, конечно, ну ничего. Я уже снимал, у меня 500 подписчиков. Я вообще молодец. Я, короче, сегодня
зашел в КС-ку, меня почему-то сразу начали банить. Хотя я просто спросил, что тут надо делать. Да, играю, только после сегодняшнего я вообще перестал в нее играть. Конечно, есть. У каждого ютубера есть скайп. Ты тоже фанат этого железного человека? Тебе вот это мой любимый скин. Ого. Ого. Нифига. Сталкер, что ли? Не, мой любимый рыцарь смерти. Вот это вообще класс. А, это сталкер. Вообще класс. Да. Вот такие пироги. Если вам, ребята, реально нравится вот такая хрень, ну, я не знаю, даже мне тоже нравится. Меня за все это время никто не оскорбил, это даже удивительно. Просто в КС-ке внутри заходишь, там сразу матом тебя кроют просто так, ни из-за чего, хотя ты просто спросил, что тут можно покупать. Ну, в смысле, вы знаете, на каждом сервере есть свои плагины, которые позволяют что-то основное покупать. Ее один раз пройти, у меня сразу там админ начал как ругаться вообще. Ну, конечно, я его затроллил за то, что он такой олень. Звуки на полную. Звуки, не знаю. Надеюсь, вам было, кстати, все слышно. Я старался сильно много не говорить. Хотя, если честно, я только там и говорил. Да, если вам понравилась вот такая вот фигнюшка, поставьте вот реально, ребят, лайк. И будьте в теме, так же как и Шмелёк. Да. Я даже не знаю, когда я, наверное, захожу, они там думают, типа, мне 20 лет, если не больше, и тупо боятся мне что-то против сказать. Но надеюсь, это не так. Да. А еще мне реально нравится вот этот скин. Классно. Ладно, мам. Ой, мам сказал вроде. Ладно, ребят, если вам реально нравится вот такая вот чурюк. Блин, опять куда хрен сказал, да пипец. Короче, вам если это нравится, можете поставить лайк, и всем удачи, и всем пока-пока. А я лучника потом куплю. Да. Всем удачи, всем пока-пока.